Обидно, конечно. Четвертое место. 10 очков. Не, на самом деле обидно. Я сам себе гол забил. Ну, можно сказать, сам себе там один матч. Короче, если бы херню Акул не страдал, но нормально все было. Да. Я сам себе привез. Ну, на самом деле, все отскочили. Я мог бы. Мог бы. На самом деле, все было из-за да, ну, бля. Все, которые матчи я выиграл, в принципе, были из-за карточки. Соперник отскочил. А куда идти? У нас еще есть рыжий, Надежда. Да, Брюйне. Вся надежда на него. Тащить, ребята. Самара, а на меня уже надежды нет, все. Я домой собираюсь. Потому что Самара! Русская земля! Окей. Ты не ходил с ним? Куда? На фонтан. Ходил. Ходил? Да там, блядь, по-другому. Эх, ребята. Тренироваться мне надо. Да. Если бы вышел, то раскатал бы там ёжик кефира. У Фёнка, я думаю. Да. У меня были шансы на самом деле выйти. Но я вылетел. Печально. Ну ладно, посмотрел, что такое турниры хотя бы. Посмотрел, что это такое. Сейчас мы идем кушать и все. Увидимся. Да, видосы будут продолжаться. Что-нибудь придумаем. Еще что-нибудь снимем. Так что, пока, ребят, да. Такие дела. Обидно.